А в Давосе стартовал ежегодный Всемирный экономический форум. Главной темой в этом году стала четвертая промышленная революция или индустрия 4.0. Речь пойдет о направлениях дальнейшего развития мировой экономики. Основной тренд – массовое внедрение информационных технологий, радикально удешевляющих производство. В форуме участвуют более 2500 руководителей высшего звена. Среди них 40 глав государств и правительств и около 1000 топ-менеджеров компаний. За 5 дней они посетят свыше 300 сессий. Заявлена также и отдельная секция «Прогнозы по Китаю». В ее рамках запланировано 8 семинаров об экономике страны, ситуации в торговле и будущем промсектора. Из глобальных тем на форуме обсудят климатические изменения, борьбу с терроризмом и миграционный кризис в Европе.